Здравствуйте, дорогие и недорогие. Самые драгоценные и бесценные. Я когда вот это начинаю трындеть, меня это качает. Меня зовут Петр Рогов. Мне... А можно возраст не говорить? Мне уже много лет. Нет, нельзя. Какая же вам разница? А мне 32 уже. Я уроженец села Клевенки. Это Саратовская область. Я преподаватель в музыкальной школе. Выступаю. Песни я начал писать в 18 лет, как Пушкин сказал. Кто не пишет в 18 лет. Вот так у меня все и началось. И то, что я сочинил впервые, стало хитом, правда, в Монголии. Интересно. Вот не это гитара, да. Не гитара. Ну, настоящий русский парень с прекрасной улыбкой, с гармонью. На проект меня заставила прийти моя подруга. Ну и все. Собственно говоря, вот сейчас мы здесь. Дорогой электорат, господа и граждане, как в Саратове гласят, здрасте вам каждому. Меня зовут Петр Рогов. Ну, как представился. Свободный, яркий, непредсказуемый. Сейчас мальчишка зажжет. Да, сейчас будет классно. Слушайте, на самом деле, если у него в руках такой инструмент, это абсолютно не означает, что сейчас у нас тут русские народные разливы. Баллов. Эх, Петя, Петя, действительно, в тебе какая-то энергия была. Саша, правда, ты первый встал, я понимаю. Во-первых, давайте поаплодируем автор слов «Не валяй дурака, Америка» Александр Шаганов. Петь, спасибо тебе, ты прекрасно исполнил, мне очень понравилось. В тебе было какое-то лично для меня, в твоей интонации пения, знаешь, была такая, по-хорошему, такая изюминка, что ли, вокальная и театральная. Поэтому дерзай, мой дорогой. А я тебе песню придумаю новую в репертуар. Парень с Волги, Волжанин, я тебе вот песню про нашу реку, вот такую Волгу придумаю. Спасибо. Сергей, я вижу, что ты вскочил. Ну, мне кажется, действительно, энергия просто, ну, бешеная была во время исполнения. Бешеная. Да. А самое главное, обаятельный, артистичный, улыбчивый, очень свободный, спасибо, светлый. Да. Такой, понимаешь, можно спасибо поспорить там с выбором, репертуаром, но... Сейчас все сошлось. И вот не хватало бани, водки сюда срочно, лосось и все. Но если говорить серьезно, правда, отличное выступление, потрясающий голос, чисто в десяточку. И такая улыбка классная. Спасибо.